В самом деле, если мы понимаем реальность как рассказ, то кто рассказывает и о чем? Здесь поможет аналогия с ситуацией сновидения, когда когда-то обрисовал Норман Малкольм, ученик Витгенштейна. Люди рассказывают друг другу сны. Если бы это было не так, понятие сновидения просто не возникло бы. Люди рассказывают друг другу события, иначе понятие реальности просто не возникло бы. Но это не просто аналогия, так как сновидение и реальность образуют континуум. Сновидение перетекает в реальность, и наоборот, человек грезит наяву, мечтает, что-то воображает, чего на самом деле не было. Он думает, а вот если бы. Он вспоминает свой сон, воображает, что это так было на самом деле и так далее. Сновидение, как ни парадоксально, проще реальности, как детская игра в войну проще настоящей войны. С сновидением все относительно понятно. Я просыпаюсь, рассказываю сон. А как рассказывают реальность? Я прихожу домой и говорю жене, ты знаешь, я сегодня видел нечто особенное, на улице дрались две девушки. Но может быть и так. Я прихожу домой с прогулки, жена меня спрашивает, ну что ты видел? Ничего. Ну как ничего? Я просто гулял и ничего не видел. Ну там дома, деревья, машины, улицы. Нет, еще я видел двух кошек. Вот это начало нарации, нечто необычное. Но то, что мы называем реальностью, это не нарация в обычном смысле. Реальность скучна, неинтересна. И рассказ о ней как скучный документальный фильм или как первые фильмы русских концептуалистов, параллельно кино. Стоит человек и диктует машинистке письмо. Машинистка печатает. Вот и весь фильм «Братья Олейниковы». Хорошо. Я прихожу домой, и дома никого нет. Я никому ничего не рассказываю. Мне некому рассказать о том, что я видел. Я разочарован. Почему у нас есть способность рассказать о том, что видел, слышал, даже чувствовал о том, что тебе рассказывали на работе и так далее? Это можно назвать нарративной потребностью. Нам хочется поделиться реальностью. Я включаю телевизор. Мне рассказывают в новостях о внешнем мире, о реальности. Этот рассказ всегда искажен, не только сейчас, во время войны на Украине. Вспомним Бодрияра или советское телевидение. Видимо, реальность так устроена, что в ней особенно удобно врать. Жан Бодрияр в 1991 году написал статью о войне в Первом Персидском заливе. Называлась статья «Войны в заливе не было», что вся война проходила на мониторах компьютеров. Но зачем вообще что-то рассказывать? Вот просто стоит дом, вот просто камень лежит на дороге. Но ведь это уже рассказ, во всяком случае, начало рассказа. Хорошо, камень – это элемент внешнего мира, и дом – это элемент внешнего мира. Об этом камне никто никогда не рассказывал, и он никогда никому не снился. Такое вполне возможно. Ну и что же? Разве можно представить себе камень, о котором, в принципе, нельзя рассказать? Реальность рассказывает о себе сама. Когда появилась нарация? Вероятно, в тот момент, когда появилась нарация, появилась реальность. То есть мы реальность связываем с человеком. А до человека никакой реальности не было. Но что-то было. Может быть, самое интересное как раз в том и состоит, что же это было. Хорошо, допустим, мы исходим из того, что реальность – это нарация. Рассказ неизвестно кого, неизвестно о чем. Любой рассказ, любая история состоит из предложений, пропозиций, высказываний. Предположим, я тебе рассказываю, как я ехал домой с Рижского вокзала, проводив тебя на поезд. Я начал свой рассказ так. В метро была страшная давка. Согласно перформативной гипотезе Джона Росса и Анны Вишбицкой, любое декларативное высказывание является скрытым перформативом. Любое предложение – скрытым речевым актом. Я тебе рассказываю о чем-то. Таким образом, в любом высказывании, скрывающем речевой акт, есть либо эксплицитная, либо скрытая пропозициональная установка. Я тебе что-то сообщаю. Я о чем-то рассказываю. О чем я рассказываю тебе? О реальности. Этот рассказ и есть реальность. Другой не существует. Реальностью, на мой взгляд, было не то, что как-то я ехал в метро, и там была давка, а мой рассказ об этом. Почему? Тут все достаточно просто. С традиционной точки зрения событие либо произошло, либо не произошло. Например, я его выдумал. На самом деле я не давился в метро, ехал на такси.
То есть у высказывания, выражающего события, должна быть логическая валентность или истинностное значение. То есть оно должно быть либо истинным, либо ложным. Но Фреге в статье «Смысл денотат» доказал, что у косвенных контекстов, то есть у содержания пропозициональных установок, нет логической валентности. То есть, другими словами, оно не является ни истинным, ни ложным. Логическая валентность есть только у самой пропозициональной установки. То есть в терминах Фреге на место денотата в косвенном контексте становится смысл. А смысл безразличен к истинности или ложности. Как говорил Делёз, слова «Бог есть» и «Бога нет» имеют один и тот же смысл. Стало быть, можно утверждать реальность моего рассказа, а не того, о чем я рассказываю. Содержание моего рассказа, давка в метро и так далее, полностью на совести нарратора. И вовсе не обязательно, что я все это сознательно выдумал. Реальность в нашем смысле не имеет отношения к истинности и ложности. Тот факт, что я ехал в метро в толкучке 28 марта 2014 года, имеет такой же логический статус, как однажды играли в карту иконогвардейцы Нарумова. Но тогда остается реальность в традиционном смысле самой пропозициональной установки. Я что-то рассказываю тебе. Есть я, и есть ты, и есть мой рассказ. Реальность в кавычках. Для удобства будем в кавычках брать реальность в традиционном смысле. Того, что я рассказываю, доказать нельзя. Но можно доказать реальность в кавычках того факта, что я тебе что-то говорю, то есть пропозициональные установки. Но разве этого недостаточно? Того, что я и ты вполне реальны в кавычках. Но кто удостоверит нашу реальность в кавычках? И что значит удостоверить реальность чего бы то ни было? Это значит путем верификации показать ее истинность или ложность. Но есть пропозициональная установка. Я тебе что-то рассказал, неважно что. Мы просто разговариваем. Но из чего следует, что мы реальны? И в каком смысле мы реальны? В традиционном? В том, что про нас можно сказать, существуем мы или нет? Или в том, что мы часть какой-то нарации? Доказывать, существуем мы или нет, пустое дело. Все существует каким-то образом. И круглый квадрат существует в невозможном возможном мире, термин Хинтике. И сам глагол «существовать» очень плохой и многозначный. Все это мы уже проходили. Гораздо интереснее понять, можно ли сказать, что мы являемся частью некой нарации, что про нас кто-то рассказывает, кто-то смотрит про нас фильм. Да и как же иначе? Кто-то должен засвидетельствовать события нашего разговора. И здесь традиционная точка зрения и наша нарративная почти совпадают. Но если некому засвидетельствовать события или факт нашего разговора, то никаких других доказательств того, что мы реальны, нельзя представить, кроме той сомнительности, что за нами наблюдает Бог с небес. Должна быть какая-то другая пропозициональная установка. Это история про то, как Вадик рассказывал Тане о том, как он возвращался с Рижского вокзала. Кому придет в голову рассказывать эту историю? Ну вот я ее рассказываю, например. Почему реальность – это непременная нарация? Почему мы должны доказывать друг другу, что мы не выдуманные персонажи? Просто есть некоторые тела и организмы, у которых есть еще сознание, даже бессознательное. Почему нельзя сказать, что реальность – это просто совокупность бездушных вещей? Ну каких вещей? Как называются эти вещи? Если они как-то называются, то стало бы кто-то назвал, налег. Кто-то сказал, это море, это скала, это дерево. По законам нашего языка называть может только одушевленное существо. Даже само слово «вещь» должен был кто-то придумать. Но как рассуждают наивные материалисты? Вот просто стоят горы, просто шумит ветер, и море бьет волнами о камни. Вот это и есть реальность. В чем их наивность? В сущности, что такое нарация? Это некий двучлен, на одном конце которого жизнь, а на другом смерть. Все это в древнем сознании было очень запутано и переплетено. Еда связана с жертвоприношением, то есть со смертью, смерть с рождением, рождение с жертвой и так далее. Начало цитаты. Три наших понятия – смерть, жизнь, снова смерть – для первобытного сознания являются единым взаимно пронизанным образом. Поэтому умереть – значит на языке архаических метафор родить и ожить. А ожить – умереть, умертвить и родить, родиться. И вот мы видим отцов и матерей, умерщвляющих своих детей. Этим они дают им бессмертие. Мы видим в мифе и обряде проглатывание детей – божества человека, и в этом акте проглатывания род метафорически уподобляется земле, чреву, преисподней, рождающему органу.
Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая и сам. Еда – метафора жизни и воскресения. Принести в жертву – это, как указывает Тантал, фиес, значит съесть. И значит спасти, сделать жизнь смертью. Фриденберг, поэтика сюжета и жанра. Фриденберг при этом говорит очень четко в другой работе. Нарация – это понятийный миф. То есть замена архаического мифа, когда рассказ одновременно является событием, обрядом, магией и так далее. Что значит понятийный миф? У нас все разобщено. Если о еде, то только о еде. Если о любви, то преимущественно о любви. Если о дожде, то о дожде, забыв мифологические предпосылки разговоров о погоде. Но на самом деле архаический миф продолжает присутствовать и не только в оставшихся традиционных ритуалах, например, поминках, где еда связана с смертью, и это сознается упоминающими. Миф разлит повсюду, подобно тому, как в христианстве осталась языческая традиция в народных верованиях. Самой сути мифа – нейтрализация метафор жизни и смерти через огромное число последований. Но любой рассказ, любая нарация – это повествование на одном конце которого жизнь, а на другом – смерть. Так мой рассказ о том, как я возвращался с Рижского вокзала, в сущности посвящен тому, как мне удалось уцелеть в давке в метро, о том, как я остался жить и добрался до дома. Это малая одиссея. Но не преувеличение ли это? Любой рассказ – это рассказ о жизни и смерти. Можно ведь рассказать просто какую-то ерунду. Приснился раз, бог весть, какой причины, советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины, приемный зал вошел без панталон. Причем здесь жизнь и смерть? Ну как же? Он в финале, чтобы спасти свою жизнь, заложил всех своих друзей и знакомых. Ну хорошо. Без окон, без дверей, полна горница людей. Загадка – это тоже дискурс, языковая игра, рот нарации. Где здесь жизнь и смерть? Ну подумайте сами. Без окон, без дверей. Они же там все задохнутся. Хорошо, это шутка. Возьмем просто предложение. Я вижу дерево. Исповедник дискуссии Мура Витгенштейна. Просто я вижу дерево. Но так не бывает. Нужно придумать контекст. Вот я смотрю в окно, вижу дерево и думаю, что я скоро умру, и оно меня переживет. Гляжу на дуб уединенный и мыслю патриарх лесов, переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Или наоборот, смотрю на старое дерево и думаю, что эту смоковницу нужно спилить. Нет, про деревья сколько угодно. Дуб князя Андрея, например, это понятно, мировое древо. Пример неудачный. Хорошо, вот стихотворение Брюсова. «Укрой свои бледные ноги». Но это стихотворение не о смерти жизни, а о сексе. Но вспомним хотя бы статью Сабины Шпильрейн «Деструкция как причина становления». Любовь, секс, рождение, смерть – все там увязано воедино. Ну хорошо, допустим, мы действительно на огромном количестве примеров показали, что любой дискурс связан с диалектикой жизни и смерти. Что же это дает нам в плане того, что реальность – это нарация? Поскольку нарация вышла из мифа, где нет разграничения реального и вымышленного, а миф – это нейтрализатор жизни и смерти, то нарация реальность – это естественное расподобление понятия жизни и смерти и их трагическое расподобление. А о чем вообще говорить, как не о жизни и смерти? Но надо сказать, что, по сути, неразграниченность подлинного и кажущегося определяющего миф осталась в нашей жизни. Но что это за разграничение? Статья в газете – это правда, а роман в книжке – это вымысел. Поверхностные и даже в определенном смысле мнимые разграничения. Есть различные речевые жанры со своей поэтикой и языковые игры со своими правилами. Но противопоставление документальному вымышленному такое же искусственное и надуманное, как материалистическое представление о реальности, существующей вне и помимо нашего сознания. В сущности, мой рассказ о том, как я добирался от Рижского вокзала домой, принципиально ничем не отличается от романа «Шум и ярость». Там, кстати, недаром процитирована строка из Шекспира. «Жизнь – это повесть, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, но не имеющая никакого смысла». Ну как же так? Бенджи Компсон выдуман Фолкнером. А нас с тобой тоже кто-то выдумал? И получается, если нет разграничений между вымыслом и реальностью, то Бенджи Компсон и Уильям Фолкнер имеют одинаковый логический статус. Это кажется непонятным. Но мы ведь доказали, что поскольку динататором любого косвенного контекста является его смысл, безразличный к логической валентности, а все на свете контексты суть косвенные, то проверить, жили на свете писателя Уильям Фолкнер логически невозможно. Кто-то считает, что жил, кто-то с этим не согласен. Вспомним шекспировскую проблему.
Но Бенджи Компсон-то на свете точно никогда не жил. Это вымышленный персонаж, его никогда на свете не было. И это абсолютно точно. Но почему же тогда Даниил Андреев рассматривал судьбу князя Андрея Болконского и других персонажей русской литературы наравне с судьбой Лермонтова, Толстого, которого он называет отцом Андрея Болконского? Начало цитаты. «Возможно, что в следующем ионе, когда преображенное человечество переступит к спасению сорвавшихся с Маглы и Рошина Накара, тот, кто нам известен как Андрей Болконский и ныне находящийся в Могильне, обретает свое воплощение в Энрофе и примет участие в великом творчестве труде вместе со всеми нами. Разумира». И Пушкин говорил, что Татьяна выскочила замуж помимо его воли. Все это очень непростые вещи, отмахиваться от которых легкомысленно. Сколько же вообще существует на свете видов нарации? Сколько существует реальности? Разве реальность не одна на всех? Это равносильно тому, чтобы спросить, сколько существует языковых игр. Какие там у Витгенштейна? Ну, скажем, забивание молотком гвоздя. Это языковая игра? А то. И это реальность? Кто бы сомневался. А вот можно ли забивание гвоздя молотком назвать нарацией? Я сразу себе представил картину. Стоит мужик и забивает гвоздь в стену, молча. Но ведь я много раз наблюдал эту картину, и, наверное, хотя я не мастав в таких делах, мне самому приходилось быть этим мужиком, забивающим гвоздь в стену. Ну вот картина, причем жанровая картина, это нарация. Картина под названием «Мужик забивает гвоздь в стену». Вспомним дядю Поджера из романа Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки». Но представим себе, что перед нами картина Кандинского, абстрактная, о чем она повествует. Вообще, абракадабра – это нарация? Например, выпал случайный набор букв. Где здесь диалектика противопоставления жизни и смерти? Я скажу, где. Каждый текст имеет начало рождения и конец смерти. Вот и все. И в этом сообщении много шума и ярости, но нет никакого смысла. И в сущности, это абракадабра – это и есть жизнь, реальность, внешний мир. Мы говорим о тексте и о реальности, но текст – это тоже реальность. В любой абракадабре психоаналитик уровня Биона нашел бы массу ассоциаций. А при чем здесь реальность? Что такое реальность? Это агломерат событий, фактов, предложений, вещей, имен. Это такой семантический металлолом, плюшкинская свалка, на которой каждая вещь в этой свалке может быть бесценной. Вспоминаю финал фильма Владимира Мирзоева «Человек, который знал все», где ФБРовец, мечтавший о славе режиссера, находит на свалке по наводке главного героя рукопись сценария, который так и называется «Человек, который знал все». Я хочу сказать, что если что-то не структурировано, то это не значит, что оно бессмысленно. Ничего бессмысленного вообще не бывает. В реальности все пригодится. Спасибо.